Печальное известие. Сегодня умер известный меценат Владислав Тетюхин. Ему было 86 лет. Его называли «святой миллиардер». После выхода на пенсию титановый король вложил все свое состояние, а это почти 4 миллиарда рублей, в строительство уникальной клиники. На его деньги в Тагиле был построен центр, где вставали на ноги пациенты с больными суставами. Грамотный менеджер Владислав Тетюхин в 90-е сумел вывести умирающее в СМПО «Висма» в мировые лидеры титанового производства. Лично объездил полмира и сумел заключить контракты с крупными компаниями, в том числе с «Боингом». О том, что с помощью титана можно не только летать, но и ставить людей на ноги, он начал задумываться давно. А в 2012-м пустил все деньги, вырученные с продажи акций предприятия, в большую стройку. Так в Нижнем Тагиле появился Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр, не уступающий лучшим европейским клиникам. И Владислав Тетюхин до последнего боролся за федеральные квоты для созданного им центра. Госпиталь сегодня делает там несколько тысяч операций в год, спасая людей от недуга, меняя суставы, там коленные, значит, бедренные суставы. Это все создал Тетюхин. Причем, что очень важно, что он до последних дней руководил этим госпиталем. И уже прикованный к больничной койке, он все равно лежал в госпитале и прямо из палаты еще руководил процессами, которые там происходят в госпитале.